Ну а прежде чем у 11-классников началась череда выпускных экзаменов в школах, для них прозвенел последний звонок. Торжественные мероприятия прошли во всех образовательных учреждениях города. В этом году «До свидания» школе сказали более 700 ноябрьских мальчишек и девчонок. Из них 25 претендуют на золотые медали. Все ли претенденты их получат, покажут результаты ЕГЭ, к которому, словом, в ноябрьске в этом году допущены все выпускники без исключения.